пари. Чё, погнали лотоносца. 16-е возвышение. Мы его сегодня пройдем, наверное. Я не уверен, но я уже в Slay the Spire как-то свыкся с мыслью, что всегда проходить нельзя. Привет, Максим. Привет, Максим, да. Редкая реликвия за 7 максимального здоровья, да? Штурвал. Йоу, штурвал хорошая штука, сердце на третий ход всегда атакует. Итак, золотоносец. Первое, что мы хотим сделать, это пойти на огненную элитку на первом этаже. Или есть другие варианты. Есть другие варианты, но они мне не очень нравятся, потому что они не предлагают нам больше костров. Мы идем на огненную элитку по вот этому пути, через магазин. Отлично. Табель другой. О, табель другой. Табель другой. Стример не подготовился. Стример лох. Спайр это дело. Ох, согласен. Я, наверное, сейчас буду менять немного программу стримов. В том смысле, что мы будем на стриме всегда одну игру играть вечером, если мы стримим. Я подумал, что я все равно... Slay the Spire табель. Окей, табель поменяли. Я подумал, что я все равно больше 2 часов вечером не стримлю, потому что начинаю 10 часов поздно. Поэтому я решил, что, наверное, разумно будет стримить именно одну игру, а не две. А больше игр мы будем стримить в выходные дни. Опять пентатлон слив челлендж на лотоносце? Ни при каких обстоятельствах. Я не знаю, о чем вы говорите. Я не помню вообще ни одного раза, чтобы я проигрывал за лотоносца в Slay the Spire. Вот 16-е возвышение, как ты думаешь? За сколько забегов мы до него добрались? За 16. Я случайно мискликнул и взял стиснуть зубы. Почаще бы так мискликать на хорошие карты. Было бы просто отлично. Цветок в начале, отлично. Замечательно. Люблю цветок в начале. И какие интересные выборы у нас. Ага. Мы могли бы удалить карту, могли бы взять ерунду. Мы, наверное, начнем с того, что возьмем ерунду. А еще я хочу что-нибудь для того, чтобы зажигать. Знаешь что, в самом начале купить Орери и выбрать те самые карты, да? Большой выбор карт. В самом начале, перед 2 элитками. Почему нет? Посмотри на эту. Посмотри, здесь как минимум 2 хорошие защитные карты превзойти себя. И 2 копии превзойти себя. Ха! Все, что нам нужно будет, это набрать вкусных сладких сил. Пока что их, правда, в колоде нету. Будешь пробовать скелетика? Да. Я собираюсь поиграть в Скул, наверное, на выходных. Суббота-воскресенье, начнем играть в Скул и там посмотрим. Спайр уже всем приелся. Не знаю, мне нравится. Стальная волна, таран, ерунда, призрачные латы, превзойти себя. 2 копии превзойти себя и 2 копии игры мышцами. Хотя их бы, наверное, обоих вместе бы. В общем, начнем так. Стальная волна. Бум. Защитная карта. Ерунда. Лучше ли, чем железная воля? Нет, потому что нам нужно сжигать раны от карты стиснуть зубы, которая... Ее надо будет проапгрейдить, железную волю. В таком случае... Мы, наверное, возьмем железную волю. Плюс призрачные латы. Отличная защитная карта. Теперь урон, собственно. Игра мышцами и... Две игры мышцами, потому что я люблю мисклики. Мисклики — мое любимое блюдо на завтрак. Лагает. Да. Я так и думал, что в итоге так просто нас лаги не отпустят, и они будут лагать. Я так думаю, что это так и будет примерно работать. Йоу, 30 защиты. Слишком много блока. Наверное, это было лишнее. Привет, Веля. Здорово. Еще одна ерунда. Нет, у нас нет ерунды. У нас есть много-много защиты в другом виде. Ерунда — это добор. Или альтернативно можно взять двойной удар, да? Чтобы играть его с игрой мышцами. Наверное, ерунда с бесплатной игрой мышцами лучше, чем все это остальное. Итак, первый апгрейд будет — железная воля. Играю с Пайрном, мне 12 фокуса, 9 эхо. Ни одной атакующей сферы. Умираю от песочных часов. Бывает.
Это тот ход, который мы хотим начать, да? Штурвал капитана будет на третий ход. Я рад, я счастлив. Много блока. Много урона. Слушай, получается неплохая колода на самом деле. Ерунда дает добор. Хотя хотелось бы, конечно, больше добора. Но у нас есть защита. Это главное в начале игры, да? У нас есть много защиты. Нам еще немного урона сюда добрать вообще будет красиво. Привет, Крейзи. Крейзи Смел Минт. Здравствуй. Уже слил забег. Эй. Что значит уже слил забег? Эй, подожди, я здесь иду. Где слил забег-то? Вот, минус элитка. Какая красота. Гиря, то, что нужно. Вторая копия стиснуть зубы. Я думаю, мы в порядке. По урону. По защите. Я думаю, вторая копия стиснуть зубы. Несколько лишняя здесь. Мы можем качнуть хотя бы один раз гирю, да? Перед тем, когда на элитку пойдем. Хотя с гирей мы можем скипать элитку, наверное. Так будет выгодней. Сейчас, вот здесь, в данный момент. Потому что с гирей и гексодухом теоретически мы можем проапгрейдить гирю еще два раза. Маска, ёпу. Мы можем рискнуть. С зелькой атаки я пойду на обычных врагов. Главное, чтобы нам не попались гремлины. Сейчас бы превзойти себя. Так-то да. Я понимаю, о чем ты говоришь, но честно, это не особо критично. Превзойти себя вот прямо здесь и сейчас. Можно без него обойтись. Это для нас не самый сейчас прям вот мега нужный перк. Первый гирей бы пару превзойти себя, да? Ох, Артём, спасибо тебе огромное за донат со сердечком. Большое тебе спасибо, чувак. Нет, я придерживаюсь своей точки зрения, что мои мисклики могут сработать для нас положительно. Были ли это мисклики, когда я взял две копии? Две копии игры мышцами, да? Это были мисклики. Но увидишь, ты увидишь. Все изменится. Ха-ха. Ха-ха. Ну, такой. Ну, маленький ха. Ну, ха небольшого размера. Но я согласен, превзойти себя здесь было бы еще лучше. Теперь. С другой стороны, превзойти себя — это карта, которую надо играть. А гиря работает сама по себе. Правильно я говорю? И нам, кроме... После босса выпадет, кстати, превзойти себя тоже. Поэтому... Я извиняюсь, но я знаю. Я провижу грядущее. Поэтому я на 100% уверен, что нам выпадет превзойти себя после этого босса. И я как бы не вижу смысла спорить. Почему не 1080p? Для разнообразия. Мы должны успеть убить гексодуха. В крайнем случае применим зельки. К тому же смотри, сколько урона мы наносим за счет моих шикарных дополнительных карт, а? Просто дофигища урона, знаешь что? Я решил на всякий случай использовать зельку. Чисто как предосторожность. Ничего личного, гексодух. Просто на всякий случай. Окей, никаких проблем. Я же говорил. Как видишь, здесь три копии превзойти себя. И все хорошие. Эксгумация. Ну,
Я, наверное, пасану эксгумацию. Нам реально абсолютно нечего ей вытаскивать. Чокер, купол. Чокер и купол. Но чокер мы явно с игрой мышцами не хотим видеть вообще никогда. Но мы не можем взять купол, потому что мы играем через слабое место. Соответственно, для нас единственная карта, которую мы можем взять, это здесь. Это, по-моему, чокер. Единственная карта на энергию, реликвия на энергию, которую мы можем здесь взять. Альтернативно, рунический куб. 3 здоровья, когда вы... Одну карту, когда теряете здоровье. Даже не знаю, что сказать по этому поводу. Это, конечно... добор. Но с другой стороны, на сердце это даст очень много карт. Все карты будут нашими на сердце. Проживем ли мы второй этаж без энергии? Хороший вопрос. Вопрос на миллион долларов, я бы сказал. Я считаю, что нет. Поэтому взял чокер. Если я виноват, прошу меня казнить. Мы не пойдем на элиток. На огненную элитку здесь. Мы будем ждать третьего этажа. Попробуем стать сильнее. Я верю, что для нас огненная элитка здесь — это путь к успеху. Да, потому что ее обязательно убивать. Но мы будем рисковать. Мы пойдем через магазин по этому пути. Много вопросиков. В итоге одну элитку убить придется, но ее в любом случае придется убить. Но здесь я, видишь, чего боюсь? Две элитки подряд, и костер хрен знает где после них. Поехали. 4 энергии. Да, чокер. Но, господи, когда этот чокер меня останавливал? Единственная проблема с чокером для нас будет это. Если мы будем играть много. Если мы будем очень много играть карт за ноль. Мы не будем строить эту колоду на... как колоду за ноль. Не-не-не-не-не. Мы не будем этого делать. Ни при каких обстоятельствах. Что мы сделаем? Я не скажу, что мы будем прям специально брать дорогие карты. О, один урона не хватает, да? Как интересно. Благодарю вас. Меч-бумеранг. Сила, когда вы теряете здоровье за картой. Не-не-не-не-не. Меч-бумеранг. Все, и у нас есть весь урон в колоде, который мы можем хотеть. У нас есть меч-бумеранг, у нас есть весь этот клинок. И то, и другое бомбовое по дамагу штуки. Просто офигительное. Посмотри на это. Мы сняли одного мародера. Первый ход. Я бы даже сказал, не вспотели. Это называется. Спасибо чокеру за то, что дает энергию. Разве это можно сказать плохим забегом? Я пропущу ерунду, несмотря на то, что это топовая карта. Ваджра, как бы ты хорошо зашла, но... Пока что мы займемся удалением карт. Удалять мы будем удары конкретно. Опять же, говорю, по моему мнению, у нас есть весь урон, который мы можем хотеть. Абсолютно весь. Здравствуй, змеиный цвет. Лови мой увесистый клинок. И мою стальную волну. И мою не металлизацию, а железную волю. Слабость? Нет, зелье слабости лучше на босса оставить. Удалить флекс? Зачем? У нас сейчас как раз хороший баланс флекса в колоде, по моему мнению. Два флекса, они попадаются достаточно часто. Я не хочу удалить флекс. Меня он устраивает. Оу, реликвию, пожалуйста. Хилка. Ну,
Лучше реликвия или удаление карт, но все равно. Мы всегда можем удалить один флекс. Правильно я говорю? В любой момент. Флекс место в руке занимает. Я понимаю, о чем вы говорите. И флекс действительно занимает место в руке. Но, а если мы найдем что-то, что будет нам давать... Не убьем его быстро. Если мы найдем что-то, что будет нам давать, к примеру, артефакт. Представьте, насколько флекс тогда заиграет. Ух. Бесконечная сила. Ну, почти бесконечная, окей. Но все равно. Я верю во флекс. Добора мало энергии, много. Добора пока что мало. Вау. Что же это? Неужели это облик демона? И нунчаки? Вы, сэр, похоже, совершили огромную ошибку, когда поставили не на того игрока. А нужно было делать ставку на лотоносца. Ну, мы получим 30 урона, здесь ничего не сделаешь. Я не буду играть там два блока. Я не могу не поспорить. Точнее, не... Очевидное не сказать. Да. Действительно, в этой колоде неплохо было бы превзойти себя иметь. Его у нас нет, это факт. Все. Точка. Печать, подпись. Это факт. И у меня больше нечего сказать по этому поводу. Абсолютно нечего. С другой стороны, нунчаки — отличный релик. Просто бомбовый релик. Правильно я говорю? Надо ли мне тебя убивать? Да. Надо ли мне играть другие карты? Нет. Представляешь, что было, если бы была карта превзойти себя? Ох. Была бы катастрофа. Был бы слишком легкий забег. Мы же не можем такого допустить. Правильно я говорю? Это было бы неинтересно. Боевой транс. Пламенный пакт. Пламенный пакт улучшенный, он сжигает карты, да, он стоит энергию, но я знаю, что я много раз говорил, что боевой транс лучшая карта в игре. Конкретно в случае с Чокером, я думаю, мы немного по-другому будем играть. И чат, вы имеете полное право мне до конца дней напоминать про эту хрень с моим флексом. Я же ничего против не имею. Когда я с вами спорил. Посмотрите! Посмотрите на это. Посмотрите на все, что здесь происходит. Разве эта колода не прекрасна? Разве она не работает? Ох, да, по-моему, она работает. Просто чудесно работает. Так. Пора улучшать защиту. Время пришло. Флексы. Ну, с обликом демона я буду честен. Да, действительно, они не так уж хороши. Йоу, коллекционер. Здравствуй. Вот мой облик демона. С самого старту. Если мы получаем облик демона в первой руке... Я не буду говорить, что это автопобеда или что-то типа того, но... Фу-фу-фу, смотри на это. Бум. Что может быть лучше?
Просто что может быть лучше? Тебя сердце убьет. Не посмеет. Нам нужно только теперь затанковаться полностью. Превратиться в ходящий Т-34 на двух ногах лотоносца. И у нас не будет никаких проблем. Вообще никаких. Привет, Трусильверс. Трусильверс, посмотри, какой забег. А чат говорит, что я уже проиграл. Привет, юзер. Здорово. О, смотри, это же он. Тот самый глаз Змека. Который даст добор. И даст возможность играть дорогие карты. Да. Я в этом забеге сделал все для того, чтобы чат со мной больше никогда не разговаривал. Приложил все усилия. Спасибо, чат. Я вас очень люблю. Но простите меня. Пожалуйста, простите. Я не мог. Я не мог иначе. Чокер не даст добор сыграть. У нас теперь пассивный добор, который, для которого не нужен чокер. У нас добор от глаза змея. И мы хотим зелики на ловкость. При необходимости. При возможности. И просто дорогие, хорошие карты. Можно взять радужный осколок. Хотя, по-моему, для него поздновато. Панацея. Панацея для флексов. О, да. Окей. Я не буду брать панацею для флекса. Так же быть. Знаешь что? Почему нет? И... Четыре панциря. Зелье слабости вместо четырех панцирей. Зелье слабости это эксклюзивно для сердца. На всякий пожарный случай. А мало ли чего. А вдруг пригодится. Если выиграешь Twitch мод. Странная награда мне за победу. Очень странная. Метель! Ну, это была бы хорошая вещь. Денег нет, но вы держитесь. Так, вон наша огненная элитка. Здравствуй, отросток шпиля. Как твое ничего? Надо было оборону, наверное, сыграть, да? Оборона для слабаков. Йоу-йоу-йоу. Это работает. Это просто работает. Почему-то эта колода хочет выиграть. И перед элиткой мы... Надеюсь, что у нас будет хп для того, чтобы... Вау, сколько вас. Окей. 19 урона, подожди. Мне нужна непробиваемость тут. Перед элиткой мы вытащим кусок
ключа, потому что у нас ключей вообще нету. Кстати, не забудьте вытащить ключ. А, шпасты есть, меч. Меч-бумеранг нельзя играть. Привет, Астрос. О, забег идет шикарно. Я не знаю, чего не нравится чату. По-моему, лучший забег в нашей жизни. Я не сделал ни одного мисплея. Я играл, ну, я скажу, практически идеально. И, по-моему, все идет отлично. Он вечерние стримы теперь катает в одну игру. Ну, да, это близко, правда. Я решил, попробуем, наверное, именно одну игру играть. Неуловимость. Золото за хороший релик. И мы скипнули сюрикен. Хорошо. Сюрикен был лишний. Нам не нужен сюрикен для победы. Я вам говорю. Сюрикен — это если ты боишься игры. Тогда ты берешь сюрикен, да. Ничего не могу сказать. Если ты трус, напуган и не готов встретить лицом к лицу опасность, тогда можно взять сюрикен. В любых других случаях сюрикен — это лишнее. Он просто не нужен. Ну и такая маленькая карта, как Апофеоз, нам немножко поможет. Совсем немножко, да. Такая, я бы сказал, мелочь, как Апофеоз. Если я не умру от... чего у меня тут раньше, чем мы сможем выиграть. Какая бы у меня не была болезнь. Мы можем сыграть оборону, стальную волну, весь ты клинок. Смотри, у нас есть защита. Ее не 45, но она есть. Кунай. О чем я и говорил? Нам не нужно апгрейдить карты. У нас Апофеоз. Нам нужно апгрейдить карты. Какие нам карты нужно апгрейдить? Какие карты мы можем сыграть один раз до того, как найдем Апофеоз? Непробиваемость. Подкрутка читы. Не знаю, о чем вы говорите, товарищ начальник. Я честный вор, в смысле, сотрудник полиции. Для непробиваемости рано. Очень рано. Мы не будем делать то, что нам не нужно в данный момент, здесь и сейчас. Неуловимость, весь ты клинок. Выбор такой. Весь ты клинок, 43 урона по Дону. Дону должен умереть. Сегодня, без прикола. К тому же это активировало нам кунай. Вот она защита. 39 блока. Фу-хо-хо-хо-хо-хо. 43 блока. Лагает. Чат, я прошу прощения, сегодня лагают. Ничего не могу сделать, к сожалению.
больше кунаев. Нужно больше кунаев. Нунчаки сейчас дадут энергию. Внимание. Придошные латы, неуловимость. Ух, и на первый раз, по-моему, за забег сработал чокер. Ау, я не знаю, чего я думаю. Вау! Кто нам чего говорил насчет этой колодии? Нам не надо апгрейдить карты. 8 хп. Пригодятся, скорее всего, больше. И... купить нечего. Вот эти ребята, они могут быть проблемой. Я ничего не могу сказать. Эти ребята могут быть проблемой для нас. 4 энергии. Игромышцами металлизация проломить. Игромышцами металлизация. Чокер. Да, точно. У нас же чокер. Я не забыл про это. Я помнил. Пламенный пакт. Что ты мне можешь вытащить? Апофеоз, к примеру. Какие альтернативы? Неуловимость, оборона, призрачные латы. Мало. Думаю, мы будем пламенным пактом искать что-нибудь. Можно сыграть две атаки и не играть облик демона. Без облика демона будет тяжко. Но не смертельно. Непробиваемость за две энергии. У нас нет нунчак. Очень жаль. Эх, как бы я хотел здесь сыграть нунчаки. Ну ладно. Спасибо зелью слабости. Уи, апофеоз. +44 урона. Точнее, 66+66. Прощай. -4 урона. Нет, мало. Все еще мало. 33 блока. Все еще мало. Окей. 42 блока. И сила. 43. Почти хватит. Огненный барьер. Идеально. У нас все шансы. Облик демона в первый ход. Супер. Нету зелья слабости. Я этого боюсь. Ничего не могу сказать. Мне страшно без зелья слабости. Но у нас есть альтернатива, правильно я говорю? Еще одна карта. Это будет металлизация. Много урона. Ничего не могу сказать. Много урона. Да-да-да-да. Но мы не получили дамага. И у нас растет сила. Каждый ход у нас растет сила. Сердце получило кучу урона. Мы все еще живы? Капитан, все еще живы.
Следующий ход. Апофеоз. Пришел самым последним. И есть непробиваемость. Есть контакт, босс. Либо непробиваемость, либо проломить. Проломить не подействует. У него две устойчивости к дебафу. Ну, игра, дай мне всю защиту. Ну, игра типа дала всю защиту. Нам нужно его убить. Здесь и сейчас. Вчера. Нунчак нету. Мы могли сыграть стальную волну. Nope. Если я проиграю из-за того, что не сыграл стальную волну, я буду смеяться. 28 урона, запоминаем. Не действует проломить. Не действует. У него устойчивость для бафа. 125 урона не хватило. Одного увесистого клинка. Нам не хватило одного увесистого клинка. Ha ha ha.